Спасибо. И еще один вопрос. Как бы вы могли охарактеризовать нынешнюю гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе? Мы видим, что ситуация в Нагорном Карабахе остается, мягко говоря, непростой. Прежде всего, хотели бы выразить соболезнования родным, близким, погибшим в результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов близ Степанакерта 25 сентября. Всем пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления. Российские миротворцы приняли самое активное участие в тушении возникшего пожара, оказание на месте неотложной медицинской помощи. 120 тяжело раненых в результате этого трагического инцидента жители Нагорного Карабаха были эвакуированы как раз вертолетами РМК на территорию Армении для продолжения лечения в условиях специализированного стационара. Продолжим прилагать все усилия в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. Основным стабилизирующим механизмом в регионе остается российский миротворческий контингент, который самоотверженно выполняет свой долг. Спасибо. Идем далее. С нами Ли.